Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В Забайкальском краеведческом музее имени Кузнецова прошла презентация проекта «Музей без границ», где были продемонстрированы подъемники для инвалидов-колясочников. Вот завершается год культуры и на территории России, и на территории Забайкальского края. И очень вот для нас оно значимо тем, что завершение года культуры, что нам сегодня будут презентовать технические средства реабилитации, то есть подъемники, которые делают... которые позволяют такой категории инвалидов, как инвалиды-колясочники, возможным посещение музея. В рамках проекта было приобретено два подъемника и оборудование для слабовидящих – индукционная петля. Теперь люди с ограниченными возможностями смогут посещать музей самостоятельно, знакомясь со всеми экспозициями. Теперь, да, это реально доступная среда для посещения данного музея. И теперь хотя бы инвалиды-колясочники смогут побывать на втором этаже без посторонней помощи родных и близких. Также гостям мероприятия презентовали книгу о музее декабристов для слепых и слабовидящих. По сравнению с 2002 годом, когда мы начали работать по созданию безбарьерной среды, очень много. И вот сегодняшнее мероприятие – это подтверждение тому, что все больше и больше объектов, тем более таких, как краеведческий музей, становится доступным. Проект «Музей без границ» проходит в рамках государственной программы «Доступная среда», которая реализуется в Забайкальском крае с 2011 года. Краеведческий музей – это второе учреждение культуры в Чите, которое стало более доступным людям с ограниченными возможностями. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.